В общем, налила себе чаечку или кофеечку. Какая-то жижа у меня открыта, и пойдем дальше. Посмотрим, что у нас тут за поселение. Луизы. Води, тетя. Вот сюда, все уже ждут. Ждут даже ничего. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Нормально встретили. Как родного прям. Все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Сядь, ё-моё, не нервничай. Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Дайте я ему чапалаха попишу. Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Он скоро придет. Помолимся за него и за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пронить свет. Жизнь и смерть мы вас славим, Мать Миранда. Чай. Наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что, сука, творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Тихо, нет, тихо, нет, успокойся, отни нахер! Отпусти! Нормально. Елена? Отвали! Походу, не очень-то она дедушку и любила. О, боже. Мне очень жаль, отец. Слушай. Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Жили себе люди и просто помолились и сдохли. Прикольно. Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Кхм-кхм-кхм.
Жестко. Надо выбираться. Жестко. Говорит нам, сбегите из дома. Ну ладно, а что, нам ее тут оставлять, что ли? Ну, ты тут пока постой, а мы осмотримся. Вот так вот. Деда крыша поехала. Луизу просто, видели, мачете, блин, просто чуть ли не пополам разрубил. Я же говорил, надо было у него мачету забрать. И Мишка. Опа, Патрики. Блин, два Патрика, ну вы издеваетесь, что ли? Интересно, что бы происходило, если бы я играл на максимальном уровне сложности? Там вообще, наверное, патронов бы не было, да? Опа. С деньгами. Заберем. Пока не знаю, куда их тратить, но... Разберемся. Ключ от грузовика. Мечтательно. Что ты? Что с ним делать? Понимаю. Во. Его надо было достать. Отлично. Я-то думал, это баг, короче, игру перезапускал, прикинь. А это, оказывается, не баг, это. Я, походу, немножко вафля. Ну, ладно. Так, что тут за записочка? Возьми отвертку. Стрелка, чё? Кокаин. Если понадобится. Понадобится. И чё, нам эта дверка надо вскрывать машину или чё? Всё, больше здесь делать нечего. Можем что-нибудь здесь сделать? Лекарство. О. Ещё одно лекарство доп сделали, это неплохо. Чёрт, быстро разгорается. А чё нам надо сделать-то? А, вот. Оно что работает. Ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Либо сгорим, либо угорим, да? От угарных газов. Давай, газуй сильнее. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Группа отдела. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить! Их там много! Эй! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет. В нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет. Отец мертв. Это уже не он. Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет! Стой там!
Давай, дай мне руку. Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Несчастливый ты какой-то человек, блин. Несчастье всем приносишь. Кто рядом с тобой появился? Видишь, пришли сюда. Я не понимаю. Люди померли, блин. Какой-то это, черный кот местный. Ладно, уходим отсюда. Жалко, конечно, девчушка-то. Я думал, она выживет. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Слушай, ну у нас теперь есть отвертка, мы можем, наверное, эту часовню открыть, да? Давай попробуем. Да, там был не замочек, а всего лишь болтик. Герб с демоном. Слушай, ну у нас уже два герба есть, мы теперь, по сути, можем по теории... Так, а можем здесь? Это что такое? Лег! Блин, нет, отсюда я не пройду. По теории мы можем теперь там ворота открыть к замку, да, если я ничего не путаю. Так, а тут я тоже не пройду. А куда тогда? Жди. Через калиточку, что ли? А, я левые ворота. Стой! Матерь Миранда! Эй! Это и есть эта матерь, да? Что это было? Новая проблема. Что это было? Вот. А, это этого, какого? Юлиана или как его там зовут? Где он? Ну, прикольно здесь. Просто дыры залатываются, трупы пропадают. Ну, классно. Ладно. Вон, смотри, зато бабуся живая. Безумная, не безумная, зато живая. Опа, бьем. Бабуля! Смерть, да. Смерть настигла их всех. Ну, туда не пройдем. Тут мне нечем открывать. Погоди, а где у нас... Так, там церковь. Церковь. Где у нас был вход в замок? Старый город. Церковь. А, вон, вижу, все понял. Надо с другой стороны церковь обойти. Ладно, ты тут бредь дальше, а я пошел. Подожди, а церковь что-то тоже было, да? А, это место сохранения, ну давай. Хранимся. Пойдем дальше. Вот, сюда нам. Вот сюда надо две эти круглевины ставить. Только что, куда не... А, подожди. Вот сюда голову. О, прям как родная. Подтвердить. Ага. О, отлично. А сюда? А, герб сделай. Вот. Типа дева на демона напала, Сани. Ну что, ни шагу назад, вперед только получается. Лишь кровь и смерть, да? Ну, именно так.
Как здесь стрёмно-то, ё-моё. О, пиздец просто. Как говорят дикие в Таркове, стрёмное местечко. Ну, сами тут фруктики тоже есть. Ягодки. Что это за... Блин, капец, ягоды с плесенью какие-то. Рубильник, ну-ка изучить. Надо же. Ой. Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранды будет очень довольна. Нормально упаковали. Блин, капец, у него уже столько всего повтыкали, столько поотрезали. Да не ной ты. Почти пришли. Не ной, блин, нормально в грудную клетку какую-то этот палку. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бока. То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая ответственность. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого ты теста? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стой! Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. По-моему, пора бежать. Четыре. Три. Два. Один. Начали! Понятно. Бежим, бежим, бежим. Господи боже! Беги, беги или умрешь. По-моему, и так, и так. Ждет меня смерть. Молодец, Итан! О, опять ты, блин, волосатый. Офигеть. Нормальная тут семейка. Ну как у кого полей. Ты это... все еще жив? Впечатляет. Твою мать. Дева дрянь. Надо смотреться.
сюда. Давай, 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 давай. Сука! Да хоть сука, хоть бледина, какая разница? Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш по-американски. Нормас, я живой. Суки, хрен вам лысого, блин, ублюдки, тупо сзады. Стоп, раз у этих психов? О, у меня все снаряжение со мной, да? Понимаю. Ладно, давай посмотрим, что можем сделать. Медицину нет, патроны нет. Понятно, ни хрена мы сделать не можем. 18 патрон на пистолет и, по-моему, 2 патрона на дробовик. Угу. Да, с такой амуницией тут долго не протянешь. О, смотри, еще один печальный. Они, походу, думают, что я отъехал, да? Это, видишь, перестало все происходить, думают, все. Очережился я. А не тут-то было, я еще живой, суки. Я тут вам в каждый угол насру и динамит поставлю. Взорву нахрен всех. О, мы вышли туда, откуда все началось. Попытка номер два. Дернуть рычаг. Нормально, тут дверь такая, нормально. Ладно, идем вперед. Ни шагу назад. Да и назад некуда. Ух, ладно. На улице, я не пойму, это... А, это люди, да? Это мёрзшие, мёртвые люди. Какие-то упыри развлекаются тем, что... убивают, сжирают. И... Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Слушай, Беляшек, а ты мне нравишься. Здрасте. Здрасте, здрасте. О-о-о, таких товаров даже я еще не видал. Ну, давай поизучаем твой магазин. Давай сначала посмотрим, что тут у нас есть по оружию. Пистолет. Слушай, ну... А, подожди, это мой пистолет разве? Оказался он больше. Ну, в общем... Чё покупаем? Ха-ха, так любил приговаривать один мой друг. В общем, посанил лавку, особо ничем тут не богато. Интересных приключений! Патроны я взял немного, ну, немножко, так сказать, повысили свой арсенал, да, немножко патрон. Ну, даже не то, что у меня патроны у него нет, у него были еще патроны, у меня просто денег не хватает. Ну, прикольно, прикольно, видишь, можно, получается, затариваться. Ладно, будем, значит, бабло умутить. Бабло падает еще с этих тварей. Там еще какие-то, короче, всякие приколюшки там есть. Ой, замик. 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 Замок Димитреску. Может, кто-то здесь? Опа. Отлично. Все круши, все будем им ломать нафиг. 5 января Редрик доставил одного мужчину и трех женщин. 28 января матери Миранды встреча с госпожой Димитреску. 1 февраля герцог довольны деловые переговоры. Дневники дел. Подожди,
Подожди. Забрать нафиг. О. Шель. Забираем. И погоди. С другой стороны. Понято, принято. Идем дальше. Тихо, спокойно даже. Ущищает маленько. И ресурсы нам дают. Ну, ресурсы нам дают неспроста, я думаю. Да. Это, по-моему... Визжит. Это же это дом Демитреску, это же этой мадама большой, да, которая вот эта, которая все кайфуют. Big Lady World. Охраночка, опа. Лабиринт Тейна. Искусный мастер. На родине он считается еретиком, но долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Нарштейн построил 4 лабиринта. Замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил с собой. Классная история. Лабиринты уникальны. Для управления каждым нужен особый металлический шар. В каждом находятся кристальные кости. Якобы останки 4 любимых жен Штейна. Это их могила. Слушай, а у меня один шар есть, и другой я видел у этого, у герцога, продается. А, нет, нету, да? Нету у меня шара. Я думал, у меня есть шар. Какие-то шары надо искать. Какие-то шары. Ладно, найдем. Откнем. Интересно, так ощущение, как будто на... туда надо что-то поставить. Ты чё? Укроем. Блин, да куда? Подожди, не надо заходить. О, мухи. Ищешь розу? Ha ha ha!